здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро. Не люблю это интернет-обращение, доброго времени суток, почему-то, ну не знаю. И меня зовут Иван Полонечек, и я хочу вот этим маленьким видеокурсиком, маленьким набором таких небольших фильмов, рассказать подробнее о своем видеокурсе «Эффективные психотехники. Часть 2». Вот, и чтобы у вас сложилась какая-то более полная картина об этом видеокурсе. Может быть, вы что-то извлекли из этого мини-курса, что-то полезненькое для себя. И вполне логично, если я не просто буду там что-то рассказывать, там расхваливать, нахваливать, а вполне логично будет, если я просто отвечу на какие-то вопросы, которые часто мне задают, часто вот моему партнеру Виктору Кириченко присылают, я на них отвечаю, вот, и так далее. То есть вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Такая форма наиболее, мне кажется, логична. И давайте начнем с того, что весь видеокурс, он позиционируется как курс, который не просто там что-то вам дает такое абстрактное, а поднимает вашу харизму, поднимает ваши способности, поднимает ваши шансы на успех в любом мероприятии. И поэтому часто меня, вот, например, задают такой вопрос: а что же такое харизма? Что такое харизма? Слово-то знают все, а вот что это конкретно? И вот специально для этого я, значит, выписал определение харизмы, которое дано в словарях. Харизма, в переводе с греческого, милость, божественный дар, благодать, наделенность какого-либо лица, харизматического лидера, так сказать, символа какой-нибудь, совокупности действий, свойствами исключительности, выделенности, сверхъестественности, непогрешимости или святости. Ну, это такое традиционное определение словарное. Вот. Но обычно под харизмой понимают эмоционально-психические способности человека, благодаря которым его оценивают как одаренного особыми качествами и способного оказывать эффективное влияние на людей и на обстоятельства. Это очень важно. И на обстоятельства, не только на людей, но и на обстоятельства. Какие обстоятельства? Обстоятельства вашей жизни. И вот я хочу сказать, что, знаете, вот говорят, вот он харизматичен, а этот не харизматичен. Харизматичны все. Харизматичность есть у всех. И в нашем видеокурсе, вы получите, так сказать, весь необходимый набор инструментов для того, чтобы поднять свою харизму. Поднять, не приобрести харизму, она у вас есть, а поднять свою харизму. И поэтому, в общем-то, вот это вот заряд курса на харизму, на успех, на влияние на людей, на влияние на обстоятельства, вот эту вот линию, в общем, наш курс содержит, выдерживает. И второй вопрос, который вытекает прямо-таки из первого, такой. Дается это качество при рождении или как, или его можно выработать? Но я уже частично ответил. Дается при рождении и дается всем. И можно его не выработать, а можно его раскрыть. И вот необходимый набор для раскрытия качества есть в фильме. Это и, там, скажем, какая-то теоретическая часть, и какие-то психотехники. Это и те программы, ну, в прямом смысле, не программа действия, а программа для компьютера. И те программы, которые представлены в нашем видеокурсе «Эффективные психотехники. Часть 2». Если вы задействуете этот инструментарий, а поверьте мне, он не напряжный. Он не потребует от вас какого-то отрешения, там, диет, многочасовых медитаций, занятий и так далее. Просто логичное включение в канву вашей повседневности в некоторых моментах. И, ну, хоть какое-то регулярное обращение к этим программам, к этим компьютерным программам. Тем более, что там больше 5 минут в день на эти программы вам не понадобится. Согласитесь, 5 минут в день, так и много. Итак, харизма есть у всех. Но не у всех она проявлена. Как сделать так, чтобы она проявилась и у вас, задача нашего курса.